очень хорошо запомнил выражение «Не имей 100 рублей, имей 100 друзей». Я очень горд, что в столь сложное время приехали столько людей, что у нас столько друзей, что мне это очень приятно. И я от всей души хочу вам пожелать сегодня прекрасного вечера. И надеюсь, вы этот день запомните надолго. Спасибо. Whoa, how are you, Christian?